Эй! Не наигрались еще? Раз, два, раз, два. Это кунг-фу. Мы не к Олимпиаде готовимся. Мы тренируемся для улицы. Прежде чем он стал кинозвездой... Мотор! Прежде чем стал феноменальным... Мастер кунг-фу Брюс Ли! Один человек... Вон Джек Мань. Он покинул Шаолиньский монастырь, чтобы узнать о кунг-фу в Америке. Бросил ему вызов. Жителям Чайна-тауна не нравится, что я учу белых. Шаолинь послал его следить за мной. Пожалуй, это единственный в мире человек, способный разрушить все, что я так старательно создавал. Рано или поздно придется с ним драться. Основано на реальных событиях. Чему он вас учит? Он учит нас драть задницы. Драть задницы? Твоя техника впечатляет. Но у нее есть одно ограничение. Какое? Ты. Я будущее. Ты прошлое. Ты не имеешь значения. Сразимся? Я принимаю твой вызов. Никаких правил или ограничений. Без правил вы друг друга убьете. Смотрите легендарный бой, давший рождение дракону. Вот теперь ты начинаешь видеть свои границы. Какие границы? Рождение дракона. Показать удар в один дюйм, Тони? Летом.